Есть информация по городу, где союзники, где нет? Так, сейчас будет. Да-да-да, там противник. Я жду, пока они откроются. Я могу огонь открыть, если... Не-не-не, пока не нужно. Держи. Так, немного ранен, у меня враг в упоре. Буду молчать.
Проверка. Вы живые там? Да. Окей. Беттер сжег, отделение убил, занимаюсь дальше. Где он идет? В поле стоит? Дайте. А, слышу. Неизвестно куда, Вейкер. Если будешь стрелять, скажи, я тоже потом выстрелю. Но я не уверен, попаду или нет. Давай. Стреляй. Стреляй сначала ты. Попал. Готово. Отлично. Когда мы вырыли на дороге, сейчас меня скажу, там окоп большой, перегораживающий дорогу. Чтобы просто в стрелян не заехали резко. Да что хочешь делать? Зеленая эмбра. Вижу БТР 220 от нас далеко пока что. Едет на запад. Негодяй какой. Тайф, у тебя ж труба есть, да? Да, да, башка. Мрап у них тоже один нарисован есть, на карте. Есть один мрап, да. С юга там без вооружения. Прилетел к мрапу. Медицинские у них. Попал в
По башне кто работает с М2? Не наши? Я. Так башня ему выбита, там этого. Я сквозь дерево убью. Я не вижу кто. Ниже. А, это бетер стоит? Да. Я могу попробовать отстрелить от него. Так давай. Ты мехвода что ли убил, Вейкер? Да, похоже. Я вижу перед тебя. А вот стрелок живой. Перелет у кого-то. Был перелет, да. Ох, красиво. Да, а он в жопу это лез. На востоке. Говорят, сгоревшего беттера, который восточный, на 140 кто-то сидит. Постреливает сюда. Шайтан, юг. Укол дерева, юг. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.